Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Встречаем выходные, а вместе с ними похолодание и дожди. Повторяется картина прошлых выходных, скажу по секрету. Точно такими же будут и выходные на следующей неделе, увы. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 21, будет облачно, местами дождь, ночью плюс 13-15. В центральных районах и на юге днем плюс 20-22, тоже облачно, тоже дождливо, ночью около 16 тепла. А послезавтра дождь в расписании остается, да и температура будет такой же, плюс 20-22. А вот в понедельник ждем похолодания. А температура будет не выше плюс 19, но и по-прежнему дождь. Нормальные герои всегда идут в обход, но перед этим сначала нужно пару раз попробовать напрямик. Вот как этот кот, которому очень нужно было попасть за забор. Трамплин для прыжков нашелся, а вот сам прыжок получился не совсем. Вернее, совсем не получился, что называется, недолет. Ну, наверное, кот не учел поправку на ветер и решил попробовать снова. Снова недолет. Что ж, прыжки – это не мое, подумал кот и пошел искать обходные пути. О погоде не только это все. Удачи вам. Увидимся.